Но без ЧП в рождественскую ночь не обошлось. В Берлине водитель на полной скорости направил свой автомобиль в штаб-квартиру партии социал-демократов. Сам отделался легкими травмами, больше никто не пострадал. Зачем он это сделал и какие версии у полиции, об этом в следующем материале. Около полуночи фойе штаб-квартиры социал-демократической партии Мартина Шульца протаранил синий «Пежо». Автомобиль загорелся. На огонь сразу же потушили автоматические противопожарные спринклеры. Кроме 58-летнего водителя, никто не пострадал. Ночью в здании было пусто. В берлинской полиции сообщили. Мужчина рассказал им, что таким образом хотел покончить с собой. Причина, по которой мужчина выбрал именно это место, не ясна. Службы безопасности подключились к этому делу. Они пытаются выяснить его мотивы. Надеемся, водитель сможет ответить на наши вопросы. Что точно вызывает подозрения, так это канистры с бензином и жидкость для зажигалок, которые обнаружили в автомобиле. Полицейские не исключают версию преднамеренного поджога, хотя доказательства этому пока найти не могут. В машине обнаружили канистры с, вероятнее всего, горючими материалами. Мы изъяли автомобиль и передали его на экспертизу. Оказалось, несколькими часами ранее этот же мужчина оставил подобный рождественский подарок – сумку с горючими веществами – возле штаб-квартиры партии христианских демократов Ангелы Меркель. Зачем немец решил подлить масло в огонь – непонятно, ведь между христианскими и социал-демократами и так отношения накалены. На последних выборах партия Шульца получила самый плохой результат за всю историю и отказалась вступать в коалицию с партией канцлера, которой не хватает голосов для большинства в парламенте. На переговоры Шульц пошел только по настоятельной просьбе президента Германии. И пока к общему знаменателю политсилы не пришли. Анна Филь, телеканал Интер.